305 правонарушений. Столько, по данным прокуратуры Басарабяска, было зарегистрировано на территории района в 2014 году. Половина из них составляют кражи. Многие правонарушения подобного рода были совершены подростками. Постоянно у нас растет количество краж. Если в 2012 году их было зарегистрировано 145, в 2013 немного меньше, 116, то в 2014 году было совершено 149 краж. Во многих из них фигурировали несовершеннолетние, причем в основном это были одни и те же подростки. В прошлом году было зарегистрировано меньше автомобильных аварий. Снизился также уровень мошенничества. А вот количество преступлений, связанных с насилием в семье, выросло. В 2014-м их было порядка 40. К сожалению, у нас есть дела, касающиеся не просто насилия в семье, а насилия, которое привело к смерти людей. Чаще всего такого рода правонарушения происходят в Басарабяске, Абакли, Башкали и Садакли. Как отметила Лидия Гратила, в прошлом году в районе произошло 6 изнасилований, 3 случая уклонения от уплаты налогов. Также было зарегистрировано 3 преступления, связанных с трафиком детей. Это на один случай больше, чем в 2013 году.